Последние дни остаются до Нового года. В это время все дети, наверное, ожидают чудес, на которые так богат конец декабря. Яркое и увлекательное представление по мотивам знаменитой сказки «Золушка» пришлось как нельзя более кстати. «Девочка в хрустальных туфельках» – так называется новогоднее представление, которое прошло в городском доме культуры. Спектакль открыл перед ребятами удивительный мир доброй старой сказки, где друзья всегда готовы прийти на помощь, где добро сильнее зла и торжествуют любовь и справедливость. Мы хотим показать детям наше творчество, хотим, чтобы они порадовались перед Новым годом, донести до них радость, счастье. Нам тоже это очень приятно, как бы мы стараемся, выходя на сцену, и эмоционально, и творчески выдаем себя как бы полностью. Главная героиня спектакля мечтает попасть на королевский бал. Зрительный зал активно участвует в представлении, помогая девочке преодолевать трудности. И несмотря на то, что ей противодействует мачеха со своими дочерями, девочка благодаря доброй фее все-таки оказывается во дворце, где встречается с принцем. Прекрасная незнакомка, разрешите пригласить вас на танец? У сказки счастливый конец, музыка затихает, оставляя в детских душах долгий добрый след. Андрей Вишневский, Сергей Тимовский, Константин Монастыренко. Программа «События».